Одна и та же мелодия, сыгранная на скрипке и на флейте, звучит с разной окраской или с разным тембром. С точки зрения физики, каждая нота мелодии – это звуковые колебания, которые повторяются с определенной частотой. Выясним, почему одна и та же нота, исполненная на разных инструментах, звучит по-разному. Музыканты настраивают свои инструменты по камертону. Этот камертон издает звук ля с частотой 440 Гц. Запишем его и посмотрим на звуковую дорожку. Мы видим гладкую волну с одинаковыми симметричными гребнями и впадинами. Физики называют такую волну синусоидальной или гармонической. Сыграем эту же ноту ля на блок флейте и опять запишем звуковую дорожку. Колебания повторяются с такой же частотой 440 Гц, но их форма заметно изменилась. Внутри каждого периода появились дополнительные пики и впадины. А теперь сыграем эту же ноту ля на дудуке. Период остался тем же самым, но он весь заполнен колебаниями с гораздо более высокой частотой. Они и создают такую своеобразную окраску звука. Оказывается, что голос любого инструмента можно синтезировать, складывая гармонические колебания с разными частотами и амплитудами. В качестве основного тона возьмем гармоническое колебание с частотой 300 Гц. Добавим к нему поочередно еще две гармоники с удвоенной частотой 600 Гц и утроенной частотой 900 Гц. Тембр звука стал богаче и интереснее. А суммарная звуковая дорожка теперь выглядит вот так. Внутри периода появились дополнительные гребни и впадины. Изобразим устройство этого звука еще одним способом. По горизонтальной оси отложим частоту колебаний, а по вертикальной — громкость звука. Основной тон звучал на частоте 300 Гц, и мы покажем его столбиком. Вторая и третья гармоники звучали на частотах 600 и 900 Гц и были несколько более громкими. Такой график, на котором показан вклад разных частот в общую громкость звука, называется спектром. Чтобы увидеть спектр звука, воспользуемся программой Spectrum Lab. У камертона мы видим один пик на частоте 440 Гц. Сыграем на флейте ноту соль. Вот основной тон на частоте 400 Гц, а вот следующие гармоники на кратных частотах 800, 1200, 1600 Гц. Такой спектр называется линейчатым. Если мы запоем, то увидим такой же линейчатый спектр. А как выглядит спектр шума? Подуем на микрофон. Спектр этого звука является сплошным. Здесь присутствуют все частоты и нет выделенных линий. А теперь посмотрим на спектр работающего пылесоса. На фоне сплошного шумового спектра мы видим узкий пик. Такой спектр называется комбинированным. Пик располагается на частоте 500 Гц, и это означает, что какое-то движение внутри пылесоса повторяется 500 раз в секунду.